Карамба ТВ представляет. Здорово, я вернулся весь такой энергичный, отдохнувший, и, по-моему, мне что-то в воду подсыпали, я не могу прекратить так разговаривать. Окей, ребят, я знаю, что был Новый год, и многие из вас дико нахуярились, что меня очень огорчает. Но кто бы что ни говорил, по-любому этот чувак всех перепил. Okay, so what we're going to talk about today, okay, is going to be system. Okay, the system is nothing more. Ебать, копать, раскопать, перепрятать и снова закопать. Как он это сделал? Это чувак враг всех алкашей и алкотусовок. Вы представляете себе такую картину? Затарились по дичи с пацанами, оставили все у этого чувака, он за 10 минут все так хуяк. Okay, so what we're going to talk about today, okay, is going to be system. Зато вот для дустеров он лучшим другом будет. И кроме батла ничего не надо. Единственное, что бутылку не помял в конце. Наркоманы хуевые. А вообще это можно сверхспособностью назвать. И серьезно, не каждый так может. Из него даже мог охуенный супергерой получиться. Водомен. Ха-ха, я заминировал мост, и когда нажму на эту кнопку, все взлетит к хуям. Не так быстро, Гондонус. У меня для тебя сюрприз. Нет, нет, не трогай мою воду. Отдай детонатор, я не причиню твоей жидкости никакого вреда. Да-да, хорошо, забирай, только не трогай водичку. Отлично. Но знаешь что? Я солгал. Нет! Нет! Даже жалко этого злодея Гондонуса стало, по сей день в психушке лежит. В общем, ребят, пейте побольше простой воды. А все остальное надо сжечь. А если не будет гореть, поли бензином и сжечь наверняка. Фу, все нормально вроде стало. Вот следующее видео, оно забавное и необычное. Меня часто спрашивают, на что я снимаю свой влог Moron Days. Снимаем мы на GoPro, и, в общем, следующее видео тоже снято на эту камеру. Но вот только место ее расположения дико необычно. Ебать, это странно выглядит. Я не думал, что все эти движения руками настолько резкие. Реал, если бы я вел плюс 100-500 на тромбоне, то я бы не в сторону перемещался, а взад-вперед, как этот мужик. А прикиньте, если бы он какую-нибудь безумно быструю партию играл. Знаете, все эти движения туда-сюда наталкивают на одну идею. Представляете, как бы выглядела дрочка, если к руке камеру прицепить? Бля, ладно, ребят, такого видео я найти не смог, так что теперь это дело вашего больного воображения. Короче, теперь я буду ждать больше разных видео с камерой, прикрепленной к необычным предметам. Только, ребят, не надо ее к камню подсоединять. Это хуйня будет. Чисто видео «Мир глазами камня в лесу». Во-первых, у камня нет глаз. Во-вторых, это хуйня какая-то. Очень крепкого ума человека следующего видео. Он считает, что сила мысли прочнее сковороды. Проверим. Okay, today I'm gonna prove that I have the world's hardest head by bashing myself in the head with this frying pan multiple times. See? World's hardest head. Ну, в принципе, он не солгал. У него не было результата. Он же просто сказал, что ударит себя несколько раз по голове сковородкой и докажет этим, что у него самая твердая голова в мире. Он ведь ударил? Ударил. Значит, условие выполнено. У него самая твердая голова в мире. С таким же успехом я бы мог сам что-нибудь доказать. Окей, сегодня я докажу, что у меня самый большой член в мире, хлопнув в ладоши несколько раз. Видите? Самый большой член в мире. Не знаю, что его толкнуло на этот поступок. Лучше бы что-нибудь пополезнее сделал. Окей. Сегодня я создам лекарство от рака и избавлю мир от голода, ударив себя по голове вот этой сковородкой несколько раз. Все спасены. Благодарности не надо. Или что-то его очень сильно вдохновило. Стихотворение, например. Чтоб стать правителем планеты, не обладая бородой, ты пиздани себе как следует по голове сковородой. See? World's hardest head. И, кстати, обратите внимание на звуки, которые он издает после падения. No.
кого-кого, вот нас-то не проведешь, чувак. Думал, что если ты ударишь себя по голове несколько раз сковородкой, это нас с толку собьет. Это же очевидно, что ты совершил этот поступок, чтобы просто по беспалеву подрочить. Так, народ, предупреждаю, следующее видео некоторым может не понравиться. В общем, тех, кто не любит сортирный юмор, я попрошу удалиться ненадолго. А те, кто может со всего угореть, оставайтесь и наслаждайтесь. Ну, не то чтобы наслаждайтесь, проникнитесь. Гениально. Так коротко, зато как выразительно. Я никогда не думал, что за 12 секунд можно показать такой широкий спектр эмоций. Тут тебе и радость, и печаль, и злость, и отвращение, и даже любовь. И все это в одной коротенькой сцене. Знаете, я даже больше скажу. Я считаю, именно так должен выглядеть артхаус. Никакой там не чувак, который спит 8 часов. Никакие там не беременные проститутки-трубопроводчицы. Голубая банка и пердящая жопа. Вот оно четкое определение артхауса. Восхитительно. У меня аж мурашки по коже пробежали. Бля, я представляю предысторию этого видео. Чувак, я пернуть хочу, давай подожжем мой пердеж. Да нет, чувак, слишком банально. Давай снимем фильм про твой пердеж. Ну, зато они со вкусом подошли к делу. А если бы они сняли фильм и подожгли пердеж, вот это было бы вообще выше всех похвал. В общем, главное, чтобы ребята не стояли на месте и двигались дальше. Главное, чтобы в следующий раз жидко не вышло. Вы всю неделю думали, что ж показывал вот этот чувак. Мне вот эти варианты ответов понравились, потому что они классные. Вот он. Самый охуительный. Охуительный пиздец. А теперь правильного ответа нету. Мне просто понравилось, как чувак измазался черной хуйней. И у него классно получилось изобразить того алкаша-бомжа. В общем, вот. Но все равно заебись. А следующее видео на итератив нам прислали вот эти ребята. Привет, Макс. Привет всем телезрителям плюс 100-500. Как вы думаете, что показывает этот человек? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Присылайте мне видеоответом на YouTube или вот на это мыло то, что вы сами хотели бы показать, и чтобы это попало в интерактив. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на новые видео, и Водомен спасет вас от злого злодея Гондонуса. Потому что Гондонус охуел, и Водомен ему надает пиздюлей. Это был плюс 100-500, меня зовут Максим, пока.